Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про бирманскую кошку. Бирманская кошка или священная Бирма – животное с красивой внешностью и спокойным характером. С представителями породы на их родине в Мьянме, которая раньше носила название Бирма, связана не одна сотня преданий и легенд. Считается, что несколько веков назад там эти кошки охраняли буддийские храмы. В начале 20 века бирманские кошки попали в Европу. Они так приглянулись французским заводчикам, что те решили всерьез заняться разведением этих животных. Именно во Франции в процессе селекции был создан современный внешний вид бирм. Бирманские кошки имеют крепкое тело средних размеров. Рост в холке у представителей породы обычно составляет от 28 до 30 сантиметров, а вес, как правило, колеблется от 3 до 6 килограммов. Шерсть у бирм шелковистая, может быть как средней, так и длинной. Самые распространенные окрасы представителей породы – Blue Point, Seal Point, шоколадный и белый с лиловыми отметинами. Священная бирма – это порода полудлинношерстной категории шерсти. Вы видите, он довольно-таки пушистенький. И обязательный породный признак нашей породы – это перчатки на всех четырех лапках и ослепительно-голубые, желательно синие глаза. Бирманские кошки – преданные и послушные животные. Они очень дружелюбные. Представители породы хорошо уживаются с другими питомцами и отлично ладят с детьми. Они очень покладистые, очень ориентированы на людей. Это кошки, название которых священное, это единственная порода. Кошки в разведении выбираются с уравновешенным характером, не агрессивные, абсолютно безопасные для детей и вносящие в дом такое какое-то умиротворение, какой-то такой покой, вот эта шелковая струящаяся шерсть, если ее вот погладить 2-3 раза, уходят какие-то вот невзгоды, все как-то уравновешивается, приходит спокойствие. А если он еще песенку начнет петь, это вообще. Поэтому кошки замечательные, именно для дома, для семьи, где есть детки. Они хорошо уживаются с собачками. Бирманские кошки не сложны в уходе. Шерсть у этих животных не спутывается, не скатывается в колтуны. Расчесывать питомца достаточно 1-2 раза в неделю. Также необходимо следить за чистотой глаз, ушей и зубов кошки, вовремя стричь ей когти. Особенно такого ухода никакого не требуется. Просто надо расчесывать животное. Ну, хотя бы 1-2 раза в неделю. И все. Шерсть у них шелковая, не подвержена колтунам, поэтому уход не очень такой. Больше надо ухаживать за квартирой, потому что шерсть иногда есть, да. Раз в неделю надо делать уборку пылесосом, а так, в общем-то, никаких особенных таких заморочек и нет. Ну, любить надо, заботиться, хорошо вкусно кормить, подобрать хорошую линейку кормов, подобрать хороший наполнитель, завести персональную подушечку, и будет вам счастье. Единственное, что эти кошки никогда не жили в свободном выгуле, и поэтому мы не разрешаем, как бы не рекомендуем их выпускать гулять на улицу. Потому что они никогда не жили в свободном выгуле, поэтому не понимают опасности. Они не понимают, что можно попасть под машину, что может какая-то собака там, что может провалиться куда-нибудь. Ну, в общем, они такие вот жили очень спокойной, очень такой обеспеченной жизнью, и поэтому у них нет ощущения опасности. Это я по своим котам знаю. Если я их выхожу немножко только на шлеечке, потому что они ничего не боятся. Средняя продолжительность жизни бирманской кошки составляет от 12 до 14 лет.
О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!